чем вы такие довольны? Вы на канале Me Life It's My Life. Наша жизнь в Америке. Давай сначала. Ну давай. Я не знаю. Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. Me Life It's My Life. Молодец. И сегодня у нас микрораспаковка. По-английски говори. Puppet. Давай посмотрим. Давай. Может там не папит? Может там нет. Ну надо. А что там может? Я боюсь поездить. Аккуратно, не порежьте уши папиту. Ну не слушай. Причем, что сзади тоже идет. Своя распаковка. Саша, что там распаковываешь? Если это не будет мой папа. Саша же. Да, потом тоже. Так я не понял, кто там живет. Надо всегда проверять фамилию. Я шучу. Давай, ну как-то я ожидал, что он немножко больше будет. Или он подрастет. Пап, ну он одна фо и две энси. Он какой милый. Такой маленький. Я же говорю, что я думаю, что он подрастет, наверное. Подрасти. Это раньше зайка называлась Muppet Show? Ну, по телевизору, помнишь, была какая-то передача? Улица Сезам. А, Улица Сезам. Ну, по-другому она Muppet Show. Так называется, Катарина? Я не знаю. Катаринка, ты мне дашь на это самое, когда я буду свою игру презентовать, я буду рассказывать этой штукой лучше, чем сама. Катарин, что ты с ним будешь делать, расскажи. Я-то YouTube channel. Будешь на YouTube снимать представление? Да. В общем, нам еще надо палку к нему купить, чтобы управлять руками, да? Зая, как она будет одна так держать? Не, мама, типа вот так, и потом одна палочка после юку двигает. Но другой рукой ее держит. Ну, то вставить ему палку. Не, у него на юку коннект сюда, палочка как бы номеру, и потом вот... Почему сразу не заказали все? Мы не знаем. Надо определиться с размером. Он такой сложный. Ну, better, что? О, я только хотел попросить, чтобы он сказал что-нибудь. Ну, давай, пускай мне что-нибудь скажет. Я не знаю. Пускай он нам покажет что-нибудь, расскажет, ну, давай. Ну, ты ничего не кусаешь. Ну, пускай он что-нибудь расскажет. Какой-нибудь стишок, может быть, или что. Я не знаю, какие. Или пускай скажет, там, типа, я сегодня был в школе, делал то-то, то-то. Давай. I was at school today. And it was cold. Ну, хороший. А какие там еще есть? Там был зеленый. Саша, будешь театр делать с Катариной? Ну, думаю. А, да, Саша? Да, я попробую так сказать. Ну, давай, ты скажи, как ты будешь презентацию делать? Здравствуйте, детки. Сегодня я для вас подготовила презентацию своей новой игры. Ну и дальше? И детки такие скажут, обалдеть! Я скажу да. Обалдеть! Так может нам второго надо брать? На Новый год получай коки, Маша, типа. А в этот момент, ну представьте, что у нас уже есть парочка. Такая Джайни стоит, это профессор моя. Саша, подожди, такая скажет, что она делает? Можно я попробую? Давайте все попробуем, пока не сама его. Так, ну, давай еще какую-нибудь закажем, будем Сашка, играть. Саша, заходи в кадр. Ну, а то было 20 долларов. Давай. 20 долларов стоит? Скажи что-нибудь. Саша, сюда. Прикольно. Садись. Саша, ну давай, пускай твой маппет поговорит что-нибудь. Саша, надо... Нет, так пускай он скажет, чтобы понятно было. А, Саша,
Как это так делать? Ну, ты сюда ручку вставь, пальчик глубже вставь, а не по символу. Держи. Все, ну ведь теперь ты можешь ротиком двигать. Он губы поджал. Ну, давай. I'm an idiot, and I don't care what you say about it. Больше рот открывай, а там у тебя мало открывается. Ну, посмотри. I suck at Fortnite and I'm a war with you royales. Nah, I do not care about you. Bah. Bye. Ну, он Саса. Ну, он тут мне не нравится. Что... Сколько он стоит? Меняет. 29 или 19? А какие там еще зверюшки 19, есть? 19, да? Или нас именно там это интересует? Там другие, но это самое. Ну, Катаринка этого выбрала. Не, я просто думаю, что там мишки. Сколько? $19? 20. Ну, почти 20. А ну, палочка для управления там что-то $10, тоже или 12, короче. Ну, от 10 до 14. Ну, сейчас вы размер знаете, уже можно и палочку брать. Ну, все, пускай он попрощается со зрителями нашего канала, попросит их подписаться. Я не знаю места. На английском скажи? Пожалуйста. Подпишитесь на наш канал. Ну все, пока. Увидимся на Катарининном канале. Саша!